Всем очень-очень добренькое утро. Беда у нас случилась. Батарейка села на фотоаппарате. Едем покупать. Заодно кое-что в городе поснимаем. Покажем наш любимый город. Вот остров Иртыш. Ну вот, всем добренький день. Приехали мы в Омская крепость, наша Омская. Вот, мы сюда приехали по делу. Ну, заодно и поснимать хотим. Вот как. Угу. Тут у нас проходит, как это, выставка цветов, да? Но это в сентябре, по-моему, говорили, что будет. Но тут у нас тоже красиво. Вот видите, какая арочка тут. Ай, вообще красота. Хочу показать вам Альпийскую горку с цветами. Вот хоста. Какая оригинальненькая хосточка. Красота вообще. Редко так с дачи куда-то выбираемся. А так вот. Вот манжурский орех. У нас тоже посажен. Голубые ели. Смотрите, здесь какая красота. Это ж сколько работы ручной. Эту я траву я не знаю как, но я знаю, что это какая-то типа осоки какой-то, да? Кто знает, подскажите. Вот такая вот у нас тут мостик какой красивый. Там у нас Иртыш дальше, набережная. Так вот, здесь весной и осенью у нас проходит выставка цветов. Ну вот, надо как-то будет приехать и поснимать тут, показать. Фонарики какие красивые, оригинальные фонарики. Такие фонарики. Дерево какое-то с замочками. Наверное, тут влюбленные замочки вешают. Вот такая красота. Косточки тут. Да, что красиво, то красиво. Да, еще забыла показать. Вот такие у нас тут есть пушки. А наши жены, пушки заряжены. Вот кто наши жены. О, видал? Стреляет еще, есть патроны. Мы как достанем патроны, как начнем палить со всех орудий. Вот такие у нас пушечки. А тут у нас какая-то мечеть или церковь. Вот такая.
красиво, все чисто, аккуратно. Сейчас посмотрим, тут еще вот мы. Ага. Сейчас я вам еще покажу одну достопримечательность. Показываем. Та-дам! Суженый, ряженый отдыхает. Вот, а мы пошли клумбу показать. Сейчас покажем клумбу. О, какая клумба. Красота. Я думал, там водичка, там нет, там просто цветочки. Тоже загорожено, что-то все. Надо по тропинкам ходить надо. Я что-то поперлась по клумбе. И тут что-то делают еще. Тут что-то делают, огородили, чтобы, наверное, не ходили. Ну вот. Такие у нас тут вот эти как их петуньки всякие разные. Белые, красные. Вон какая клумба, что-то ее не доделали, что ли. Или уже отцвели, цветочки убрали. Вот такая красота. Там. Ты говоришь, что золото, они... О, ягоды. Тут вот замок. Наверное, это принцесса.